Всем привет! Вот и настал 2022 год. Новогодние праздники пролетели незаметно и весело, но пора браться и за работу. Сегодня в выпуске. Телевизоры Amazon имеют поддержку Zoom. Sony выходит на автомобильный рынок раньше Apple. Первый в мире биометрический ошейник. Новый Android Троян. А также как японцы потеряли терабайты научных исследований. Amazon анонсировала ряд новых функций для своих устройств Fire TV. Впервые компания представила свои телевизоры в сентябре 2021 года. Тогда компания заявила, что приложение для видеоконференц-связи будет доступно для ее новых устройств в ближайшие недели. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. И вот, в конце декабря Amazon совместно с лидером видеозвонков заявила о поддержке приложения Zoom на тех телевизорах, которые имеют программное обеспечение Fire TV. Поскольку в самых телевизорах нет встроенной камеры, вам понадобится веб-камера, чтобы иметь возможность выполнять звонки в Zoom. Также Amazon отмечает, что приложение будет использовать звук только из динамика вашего телевизора, а это означает, что пользователи пока не смогут подключиться к звуковой панели или динамикам. После того, как все настроено, приложение Zoom можно загрузить из магазина приложений Fire TV и получить к нему доступ с помощью обычных учетных записей. Как мы знаем, данная линейка имеет поддержку 4К изображений. Я, как и многие пользователи, считаю, что серия Fire TV Omni от Amazon не лучший телевизор с поддержкой 4К, так как качество изображения оставляет желать лучшего. Именно поэтому Amazon теперь и пытается сделать телевизоры более привлекательными для потенциальных покупателей, добавив поддержку Zoom. Хорошая новость для любителей электромобилей. В международной выставке технологий и электроники Sony представила вторую версию электрокроссовера Vision S2. Длина кроссовера составляет почти 5 метров, а два двигателя мощностью 500 кВт обеспечивают мощность 536 лошадиных силы, что позволяет разогнаться до 100 км менее чем за 5 секунд. Автомобиль получит десятки камер и датчиков. В салоне будут доступны различные развлечения, включая аудиосистему и видеоигры через удаленное подключение к PlayStation. Также компания Sony сообщила о запуске подразделения Sony Mobility, которое займется разработкой и выпуском новых версий электромобилей. Свою работу Sony Mobility начнет весной 2022 года. Университет Киото в Японии потерял около 77 терабайтов данных исследований из-за ошибки в системе резервного копирования своего суперкомпьютера Hewlett-Packard. Потеря данных произошла 15 декабря 2021 года, в результате чего 34 миллиона файлов были удалены из системы, а также с файла резервной копии. Университет Киото считается одним из самых популярных в Японии и получает вторые по величине инвестиции в научные исследования за счет национальных грантов. Особенно важны его наработки в области химии. В данной сфере университет занимает 4-е место в мире. Также университет Киото вносит серьезный вклад в сферы биологии, фармакологии, иммунологии и физики. На данный момент процесс резервного копирования остановлен. Чтобы предотвратить повторную потерю данных, университет отказался от системы и планирует повторно внедрить ее в январе 2022 года после ряда улучшений. А чтобы с вами не произошло подобной ситуации с потерей данных, разработчики с Hetman Software разработали программное обеспечение Hetman Partition Recovery, которое поможет восстановить вам важные данные с флешки, жестких дисков, SSD и многих других накопителей. Ссылочка в описании. Умный ошейник Invoxia для собак. Следить за здоровьем вашей собаки еще никогда не было так просто. Французская компания по производству бытовой электроники Invoxia представила собачий ошейник с функциями отслеживания дыхания, частоты сердечных сокращений и возможностью GPS-трекинга. Умный ошейник для отслеживания здоровья, поведения и активности был разработан в сотрудничестве с ветеринарными специалистами. Специально для пушистых животных был разработан искусственный интеллект, который использует миниатюрные радарные датчики того же типа, что и крошечные радары Соли. Они способны снимать показания независимо от того, насколько пушиста ваша собака. Такой ошейник не отличается от обычного и комфортно сядет на шее питомца. Помимо отслеживания жизненно важных показателей здоровья вашего питомца, умный ошейник Invoxia оснащен встроенным зумером для подачи звуковых сигналов, функциями оповещения о побеге, а также совместим с Bluetooth, Wi-Fi и LTE. Чистку такого ошейника производитель обещал сделать легкой за счет съемного тканевого покрытия. Новый Android Троян ворует ваши данные.
как избежать заражения. Специалисты по информационной безопасности выявили новый опасный троян. Вирус может нанести вред Android-смартфонам. Он маскируется под системное обновление от Google. Злоумышленники используют вирус для удаленного доступа к вашим данным и файлам, например, к фотографиям, сообщениям, WhatsApp, SMS, журналам, звонков и истории браузера. А так как вы еще и храните пароли и CV-коды от банковских карт в записной книжке, это особенно приятный бонус для хакеров. Чтобы обмануть пользователей Android, вредоносная программа использует официальный логотип Google и уведомление System Update. Поэтому его легко спутать с настоящим пуш-уведомлением обновления от Google. Чтобы быть менее заметным при работе в фоновом режиме, вирусное программное обеспечение отправляет данные небольшими пакетами. Что же делать, чтобы вредоносное ПО не попало на ваше устройство? Для этого нужно отключить загрузку программ из сторонних источников, а также следить за необычными пуш-уведомлениями о поиске системных обновлений. Такие уведомления никогда не приходят от Google. Google отправляет уведомления только тогда, когда обновление доступно и готово к установке. А на этом все. Спасибо, что посмотрели данное видео, и до встречи в 8-м выпуске IT News. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям.